Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом, который у нас находится на предстарте. Называется «Идеал». Я залила на свой YouTube видеомаркетинг. Ну, кого заинтересовал, тот просмотрел. Также я на это видео оставлю ссылочку в описании под видео. Ну, это главная такая страничка. Тут все прочтете. По регистрации. Регистрация здесь наипростейшая. Прописываем имя, логин, имейл, пароль. Добавляем контакт, какой вы хотите. Вот сюда. Ставите галочку. Нажимаете «Зарегистрироваться». Я же войду кабинет. Старт проекта назначен на 17 марта в 15:00 по Москве. И вот входим в кабинет. Можно через Telegram, но я через Telegram не вхожу. И мы попадаем на домашнюю страничку нашу, как бы. Здесь вот как бы тоже как бы платформа. И у нас здесь сразу находится наша партнерская ссылочка. Значит, давайте пройдемся по кабинету. Значит, платформа Radon. Это обязательная платформа за 100 рублей. Она обязательна для всех. Далее идут платформы на любой кошелек от 200 рублей. Я буду заходить на 100 рублей, так как она обязательна. И вот сюда я буду заходить за 200 рублей. Это итого 300 рублей. Здесь очень такой великий заработок, скажем так, неплохой. Да, забыла сказать, админ от создателя Легион. Все слышали о нашумевшем проекте. Гремит и гремел на весь интернет, что админ супер. Меня нет как бы в предыдущем проекте. Вот я решила обратить внимание на этот проект. Вот. Посмотрим, что он нам принесет. Так, не туда я нажала. Давайте, ну вот за 100 рублей. Далее платформы. За 200 я вам показала. Следующая платформа идет у нас за 400 рублей. Далее за 2000. И VIP-платформа за 6000 рублей. Как я уже сказала, можно убирать любую платформу. Структура вкладочка. Мой спонсор. Кликаем сюда. И здесь вы можете связаться со мной. Здесь вот будет моя аватарка. Я указала свой ВКонтакт. Как бы сюда кликаете и связаться. Вкладочка «Мои рефералы». Будут находиться наши партнеры. Как видим, здесь пока нет никого. Но вот здесь галочка. Если мы нажмем, уберем вот эту галочку, появятся наши партнеры. В данный момент у меня 6 человек в структуре. Вот. Вот здесь галочку увидели, да? Далее чат. Можно написать. Вот. И здесь что-то. Так. Ну, это я потом прочту. Далее вкладочка «Продвижение». Здесь находятся у нас баннеры. Всевозможные. Пожалуйста, можно брать баннеры. Далее «Финансы, друзья». Это у нас вкладочка «Баланс». Здесь будет основной баланс. Баланс для Radon, баланс для клонов. Три баланса у нас здесь. Далее вкладочка «Пополнить счет». Я хочу пополнить счет. Пополнение уже открыто.
И я буду пополнять на 300 рублей. Это у нас 100 рублей и за 200 рублей. Значит, здесь читаем. Если у вас возникнут вопросы или трудности при пополнении, обратитесь в техподдержку. По этой ссылке кликаете и попадаете в мессенджер ВКонтакте. И я ввожу сумму, чтобы мне потом... Уже сегодня уже 15 число. Ну, через 2 дня будет старт. Пополнить баланс с помощью Pair. Меня перебрасывает. Я буду в рублях. Комиссия 2 рубля 88 копеек. Подтверждаю. Опять подтверждаю. Ввожу код. И я пополнилась. Все, успех. Вы успешно пополнили свой счет. Так, финанс. Далее вкладочка. Пополнить я вам показала. Вкладочка вывести. Здесь мы будем выводить денежные средства. Комиссии не берут. Выбираем систему, у нас Pair. Сюда платежный пароль прописываем. Сюда будет. Сюда что у нас? Здесь, наверное, сумму будем прописывать. Сюда будет что выводить. Здесь вкладочка перевести средства. Вот. Так, финансы я вам показала. Далее идем в профиль. Вкладочка мой кошелек. Сохраняем кошелек Pair. Работает с Pair. Также можно поставить аватарку. Я вот аватарку поставила. Также здесь мой логин и моя электронная почта. Можно написать и связаться со мной. Далее идут личные данные. Я не исполняла. Так, что у нас здесь? А, ну вот я указала ВКонтакте ссылочку. Если будут вопросы, добавляйтесь ко мне ВКонтакт. И, пожалуйста, пишите, что вас интересует. Указывайте любую социальную сеть. Это, конечно, друзья, желательно, чтобы ваши партнеры могли с вами связаться. Приветствие рефералов. Здесь вкладочка «Сменить пароль». И здесь вкладочка «Друзья» обязательная. Финансовый пароль. Ваш текущий финансовый пароль. Новый. Ну вот я уже, у меня указан. Я как бы уже установила финансовый пароль. Вот. Прописывайте, сохранить изменения. Это нужен будет это защита для вывода средств. Далее вкладочка у нас идет информация. Сюда вот кликаем маркетинг. Сейчас страничка загрузится. И, пожалуйста, есть видео, можно посмотреть. Видео маркетинг. Еще маркетинг видео, как мы видим. И далее здесь уже описывается сам маркетинг. Я уже, друзья, все зачитывать не буду. Сами все зачитаете. Лишь только прочту. Вот это первое. Значит, все платформы между собой взаимосвязаны. Это дает мощное преимущество именно всем партнерам компании для быстрого заработка. Первая платформа Radon обязательно для всех. За 100 рублей, как я уже сказала, она обязательно для всех. Далее вот здесь уже все прочтете. Ну и вниз пролистаете. Здесь также все подробно расписано. Вот. И как бы это все прочтете. Я уже не буду все вам зачитывать. Это уже видео так затянуто. Вот, все мы умеем читать. Далее вкладочка «Вопрос-ответ». Значит, что у нас?
Есть ли в компании абонентская плата? Да, есть. Раз в неделю списывается автоматически 100 рублей. И создается клон в вашу структуру слева направо. Это дает гарантию для быстрого движения вас и ваших партнеров. Далее это все прочтете. Как бы я вам самое такое основное, чтобы вы хотя бы имели представление. Так, и новости. Новостей пока вроде как и нет. Новости. Нет. Ну и все, в принципе. Вот такой вот, друзья, проект. Я пополнилась на 300 рублей. Вот. Значит, старт будет 17 марта в 15:00 по московскому времени. Я, наверное, сейчас и не куплю. Это будет купить место. Мне даже купить место. Получится у меня. Это я все делаю методом тыка, не знаю. Так. 100 рублей. Основной баланс. Давайте-ка посмотрим. Мне, насколько я знаю, что нужно покупать мы будем во время старта в 15:00 по кнопке. Ну, купить место. Кликаем. Что у нас? Нет, видите, активация платформы будет доступна 17.03 в 15:00 по московскому времени. Сейчас ничего не доступно. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!